Bu sene Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen adayların toplam sayısı 152'dir. Bunların içinde sınava girecek olanları 138 idi. 138'den de sınava katılanların sayısı da 120 kişi. Bunlardan 6 ülkeden gelen adaylar şu anda sınava girdiler. Bunları biz bugün öğleden sonra inşallah sonuçlandıracağız ve bunların sonuçlarını ilan edeceğiz. Sınava girmeyenler var bunların içinde, 152 kişinin içinde. Onlar da Kırgızca ve Rusça bilmeyen, özellikle Moğolistan, Afganistan, kısmen Türkmenistan, İndonezya ve Fransa'dan gelen bir adayımız var. Bunlar da zaten yarın inşallah mülakata girecekler. Buna göre de zaten yerleştirmeler yapılacaktır. Вопросы были не сложные, вполне нормальные, но переживали, конечно, очень. Да, но мы думаем, что мы пройдем, потому что мы умные. Манас Турк университете, Узбекистаннан келип топширыпман, окушка, окушка топширыпман. Бу окушка Манас Туркка окушка топширган сабабы, шу эшиткенмин, жакшы окутады, жакшы билим берады деп эшиткенмин, ошон үчүн топширыпман. Бунга физкультурный факультетке топширмакчымын. Манас Туркка. Азырда экзаменден чыктык, экзаменден Худо хохласа, экзаменден өтүп кетсек, мына жерде окуш насып кылса, окуйбуз. Экзамен был, но для меня не совсем трудным, потому что я эти предметы как бы хорошо знаю. Это была математика, история, немного биологии, несколько вопросов, но практически была история мира. Я хочу поступить на туризм, ресторанное дело. Как бы эта профессия меня больше всего привлекает. Мен Казахстаннан келдим. Экзамен эйгечти, вопросы тоже легкие были. Я всем желаю удачи, чтобы все поступили.